Масштабный съезд ведущих специалистов России в области онкологии и смежных сферах проходит раз в 4 года. Десятки опытных врачей со всей страны теперь в Нижнем Новгороде. Главная тема – успехи федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта здравоохранения. В прошлом году от онкологии в Нижегородской области умерли около 6 тысяч человек. Показатель смертности за последние 5 лет снизился на четверть. Несмотря на это, на борьбу со злокачественными новообразованиями бросят новые силы. Особое внимание – выявлению болезни на ранней стадии. Это повышение онконастороженности у врачей первичного звена, чтобы они в рамках диспансерного наблюдения, диспансеризации населения выявляли эти заболевания. Для этой цели у нас в области будет открыты специальные центры амбулаторной онкологической помощи. Всего в течение 5-6 лет мы откроем порядка 12 таких центров. Для их открытия мы закупаем современное эндоскопическое оборудование, маммографы будут закупаны. То есть в целом это стоимость одного такого центра составит около 17,5 миллионов рублей. Первый центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Павловской центральной районной больнице уже в этом году. Дальше на очереди Балахна и Семенов. Кроме того, в Богородском районе появится новый современный онкологический центр. Он сможет принять до 400 пациентов. Мы планируем, что на территории Нижегородской области будет новый онкоцентр, поэтому сейчас идет проектирование данного онкоцентра, и в рамках нацпроекта здравоохранения будем это реализовывать. Оснащенный самым современным оборудованием онкоцентр должен заработать в 2024 году. Кроме того, новое оборудование в ближайшее время должно появиться и в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере.